Имеется вот такой старый древний принтер Epson R340. Аппарат, в принципе, неплохой, хороший, мало чем уступает современным аналогам. Но есть такая проблема. Его очень трудно подключить к компьютеру с программой Windows 10 и выше. Так как данный принтер выпускался в те времена, когда про Windows 10 даже не могли мечтать, и поэтому программное обеспечение как бы нет для него, для Windows 10. Но есть очень простой способ, как его подключить. Пробовал я устанавливать разные драйвера для этого принтера на Windows 10, но все не получалось. Просто компьютер не видит этот принтер. Скачивал с интернета, с сайта официального эпсоновского, ничего не получается. Ну вот, узнал про такой способ. Что мы делаем? Выходим в панель управления. Ищем раздел оборудование звук. Нажимаем, выбираем просмотр устройства и принтеров. Здесь нашего принтера нету. Выбираем добавление принтера. И не дожидаясь, пока компьютер ищет драйвер для этого принтера, нажимаем на необходимый принтер, отсутствует в списке. Выходит следующее окно. В этом окне ставим галочку на последнем пункте. Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную. И далее. Ищем подключение своего принтера. Нажимаем USB 1 наугад. И далее. Нажимаем на вкладку Epson, и у нас выходят марки всех возможных принтеров, который выпускал принтер Epson. Вот, нашли свой принтер. Выделяем его и нажимаем далее. Заменить текущий драйвер. Имя принтера. Не будем общий доступ делать. Далее. Все, готово. Теперь наш принтер видно в панели управления. Вот он, наш принтер. R340. Видите, все очень просто. Теперь принтер Epson Stylus R340 видно в программе Printer Help. Принтер включен. И сейчас проведем печати тестов этого принтера. Принтер долго стоял. Есть желание его попробовать восстановить. Ну вот, сначала была проблема с подключением. Печатаем тест. Ну вот, теперь уже убедились, что принтер подсоединился. Видите, пошла прочистка. Вон этот принтер долгое время у меня стоял. Есть желание попробовать его восстановить. Есть засоры печатающей головки. Сейчас надо будет его еще сначала почистить, протереть. Посмотрим, какой у него тест дюс покажет. Я не прокачивал ничего. Тест дюс никакущий. Это же другая песня. Одна из самых главных проблем этих принтеров, которые мне не нравятся, старых, у них очень некачественный, плохой механизм подачи бумаги.
вечно не глючат. У более новых моделей там уже все более лучше отлажено. Здесь надо совершать танцы с бубном, чтобы наладить этот механизм. Ну, будем пробовать.